Владимир Железняков. Чучело. Читаю Долгополов Владимир. Город Симферополь. А Димка тем временем сообразил, что все про него забыли. Проскользнул по стенке за спинами ребят дверей. Взялся за ее ручку. Осторожно нажал, чтобы открыть без скрипа и сбежать. Как ему хотелось исчезнуть именно сейчас, пока Ленка не уехала. А потом, когда она уедет, когда он не будет видеть ее осуждающих глаз, он что-нибудь придумает. Обязательно придумает. В последний момент он оглянулся. Столкнулся взглядом с Ленкой и замер. Он стоял один у стены, опустив глаза. «Посмотри на него!» — сказала железная кнопка Ленки. Голос у нее задрожал от негодования. «Даже глаз не может поднять!» «Да, незавидная картинка», — сказал Васильев. «Облез малость». А Ленка медленно приближалась к Димке. Железная кнопка шла рядом с Ленкой и говорила ей. «Я понимаю, тебе трудно, ты ему верила, зато теперь увидела его истинное лицо». Ленка подошла к Димке вплотную. Стоило ей только протянуть руку, и она дотронулась бы до его плеча. «Садани его по роже!» — крикнул лохматый. Димка резко повернулся к Ленке спиной. «А я говорила!» «Говорила!» Железная кнопка была в восторге. Голос ее звучал победно. «Справедливость восторжествовала! Да здравствует справедливость!» Она вскочила на парту. «Ребята! Сомову самый жесткий бойкот!» И все закричали. «Бойкот! Бойкот, Сомову! Бойкот!» Она подняла руку. «Кто за бойкот?» И все ребята подняли за ней руки. Целый лес рук витал над их головами, а многие так жаждали справедливости, что подняли сразу по две руки. «Вот и все», — подумала Ленка. «Вот Димка и дождался своего конца». А ребята тянули руки, тянули и окружили Димку, и оторвали его от стены. И вот, вот он должен был исчезнуть для Ленки в кольце непроходимого леса рук, собственного ужаса и ее торжества и победы. Все были за бойкот. Только одна Ленка не подняла руки. «А ты?» — спросила железная кнопка Ленку. «А я? Нет». Просто сказала Ленка и виновата, как прежде, улыбнулась. «Ты его простила?» — спросил потрясенный Васильев. «Вот дурочка!» — сказала Шмакова. «Он же тебя предал!» Ленка стояла у доски, прижавшись стриженным затылком к ее черной холодной поверхности. Ветер прошлого хлестал ее по лицу. «Чучело! Предатель! Сжечь на костре!» «Но почему? Почему ты против?» Железной кнопке хотелось понять, что мешало этой бессольцевой объявить Димке бойкот. «Именно ты против! Тебя никогда нельзя понять! Объясни!» «Я была на костре», — ответила Ленка. «И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять. И никогда никого не буду травить. Хоть убейте».